легендарная встреча администратора Кишиневской группы Ильи Бершадского со мной. Я пришел первый. Илюша, здравствуй, дорогой. Привет, привет. Привет. Вот мы. Привет, кишиневцы. Да, вот наша встреча долгожданная состоялась с Ильей Бершадским. Заведение кафе Брял Карни. Да, через столько лет. Очень приятно. Но я пришел первый. Молодец. Не могу упустить возможности не спросить Илью его мнение о Кишиневе. Сколько лет не было вас, Илья, в Кишиневе? Кишиневе не было 2 года всего лишь. Я часто бываю так с интервалами 2-3 года бываю в Кишиневе. Это как в армии побывал или в Горфлоте отслужил. Это впечатление. Я с Болгарии через 2 года приехал, как будто вообще, да. И как вам Кишинев? Как мне Кишинев? Каким был Кишинев, таким и остался. Моим любимым городом, да. Городом моего детства, где я родился, где я получил образование, где я начал работать. Первые успехи, гастроли. Первая любовь, первая дружба, первое предательство. Все здесь, корни тут. Все на месте, все, как говорится, все в одном. Да. И, наверное, такая эйфория у вас от встречи с Кишиневым, такая приятная эйфория, да? Волнение присутствует всегда. Да, здорово. Вот, и такое же волнение, когда я его покидаю. Да. И вот Илья организовал эту прекрасную группу, кишиневцы, встречу с этой группой сегодня. А много людей будет сегодня, Илья? Вот это сюрприз даже для меня. О, это интересно. Я ожидаю, что... Надеюсь, что будет много. Дай Бог нам хорошую встречу, приятное общение. И чтобы мы все радовались этому событию. Так и будет. Аминь. Аминь. Да, вот мы ждем гостей. Самые первые, я и мы с Ильей Бершадским. Мы. Я пришел, точно было 16:30. Хорошо. Вот какое здесь хорошее место. Нас любезно решили угостить вишневый компот, да? Это не вишневый, это фирменный компот. Красный виноград. Испытаем на собственном организме. Холодненький компотик из запотевшего кувшинчика. Пенистый такой, как ух. На здоровье. Да, мы здесь как дома. Как дома, вот Илья Бершадский. А сколько дней, Илья, вы здесь в Кишиневе уже? Надолго. Нет, а сколько, как при... Как... А сколько я дней здесь, да, уже? Я прилетел 31-го. Значит, еще в такой позитивной эйфории пребываете. Нет, наслаждение. У меня началась рабочая атмосфера. Рабочая уже, да? Да. Встречи, разговоры, встречи. Какое-то есть движение вперед. И я полон оптимизма. Настроен на победу. Я должен уехать из Молдовы победителем. А кого хотим победить, Илья? С кем будет у нас борьба? Борьба будет с самим собой. Да, это хорошо. Борьба с негативом. Как это? Ударим автопробегом по бездорожью, так и мы ударим. Позитивом, добротой, радостью, по... Классным настроением и хорошим аппетитом. О, это да, это да. Дай Бог, да. Вот так вот мы на такой позитивной ноте проводим начало нашей встречи. И ждем участников, членов нашей прекрасной многочисленной группы «Кишиневцы», созданной благодаря Илью Бершадскому. Да. Спасибо, Илья, за эту группу, и все благодарны. Спасибо всем вам. Да, весь мир собрал, вот из Илья собрал всех кишиневцев. И не только кишиневцев, и бельчан, аргеевцев и так далее в этой группе, где они могут общаться, делиться впечатлениями, снимками, видео и так далее и тому подобное. Висают тучно гроздья виноградные, куда ни глянь, сады или поля, течет река и воды бирюзовые, с любовью омывают берега. Зовется этот чудный край Молдовой.